Дорогие друзья, всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала, с вами, как всегда, Айрон, и в сегодняшнем видеоролике мы будем, так сказать, бегать. Да, это сегодня первая серия. Если что, вот серия, которая выйдет вокруг карты, она выйдет. Ну, там я скажу, что это первая, но просто мы записали заранее, а тут, оказывается, у нас 10 тысяч подписчиков, и на 10 тысяч подписчиков мы будем бежать полностью почти карту. Подписка, ну, конечно же, ребята. Спасибо всем, конечно же, за 10 тысяч. Это реально большая цифра. Мне очень приятно с этого. Также. Сегодня участвовать будет у нас Зомер, Гамбл, Дед Мороз, Даурой, Лёша, Пальма и Леон Кобра. Вот эти вот люди сегодня будут поборются за... Сколько это? 250... Так, ну, примерно миллион. Миллион 250, миллион... Ну, примерно почти там миллион 752 миллиона. Примерно. У нас такой вот маршрут, то, что мы поедем... они побегут, я поеду за ними на вот этой вот прекраснейшей Bentley эксклюзив. Участники, встаньте на старт, не будем терять время. Вот сюда вот встаньте, где я даю. И побежите на счет 3. Все на счет 3 побежите на это самое. Жульничать нельзя, я буду за вами ехать. Если что, сразу же дельфификация, если вы... Да куда вы, алло, люди? Куда пошли? Встаньте обратно, куда? Да, вот поравняйтесь, вот где... Да, все. Правильно. Дед Мороз, ты можешь нормально встать? А тут дельфификация. Все, молодцы. Давайте, ребята. 3, 2, 1. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все побежали, смотри. О, это скринчик. Все, так, и мы сейчас будем соблюдать за участниками, как они будут бежать. Прыгать нельзя, то это ускоряет. Нельзя прыгать. Ё-моё, нифига себе, медленно бежите. Я даже попробую, кстати, с вами немножко пробежать. Да, Леон Кобра, зачем ты встал? Все бежите, просто бегите. Бегите, как ненормальные. Только не знаю, почему я так втопил. Может, это анимация, это... Что-то дает, знаете себе. Пока что наши участники бегут. Блин. Я застрял. Бежим, что по этой дорожке. И мы уже скоро вон тот, вон там мы должны будем потом повернуть. Интересно, кто же выиграет. Ну, пока что вроде бы Зомер даже бежит. Зомер, нафига вы в бок бежите? Прямо бежим. Вперед из песни называется. Интересно, я смогу это ехать? А! Я помешал. Ну, немножко, ладно. Ничего страшного, я думаю. Ой-ой-ой-ой. Ну, просто, знаете, это от первого лица... А, и видеть живые кегли. Шучу. Это шутка была. Шутки от Айрона. Ну, чисто бегут. Туда сколько участников? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Нормально. 8 человек, и они так медленно бегут. Понимаю. Ну, удачи я им желаю. В принципе, пока что Даурой бежит первый. Второй Гамбл с Зомером. И третий бежит Лёша. И тут последний у нас Пашелям, Пальма... Дед Мороз и Леон Кобра. Леон Кобра, давай еще похудей. У нас такая мати... Понятно. У меня вылетел Роблокс. А вы пока, ребята, бежите. Вы прямо бежите там до конца и скоро вернусь. Так, дорогие друзья, у нас у всех вылетело, не знаю почему, но, наверное, баги Роблокса, ладно, это ничего страшного, я думаю. Отсюда все опять стартуют, давайте опять, 3, 2, 1, поехали, все, побежали, давай, вперед! Кстати, здравствуйте, дамы и господа, с вами
В DC. DC, еще да. дополнительно. Понимаю. Ну да, я не... Сегодня я не смог сниматься, потому что... Я не могу сниматься, я просто буду группой поддержки, буду говорить с Айроном. О, спасибо. Не. А кто на машине, алло? Пальма? Ну, короче, а, это кто-то не, это на машине. Ну, он не участвует. Короче, Айрон, вот как ты думаешь, когда мы начнем съемку второй серии? Не знаю. Бегите прям. Как? Ну, прямо сегодня. Единственное, что могу сказать, то есть для подписчиков, единственное. Можешь это не вырезать, просто ждите, скоро она выйдет. Типа мы сегодня или завтра начинаем съемку. У нас уже есть примерно кое-какой план. Ну, не надо спойлерить, все, хватит. Ты что-то помешал? Нету дрифт. Нету дрифт. Пока участники наши бегут, у Айрона тут дрифт на Ламборгини Тазо. Да не мешай, блин. Что ты делаешь? Вау. Ой, блин. Нифига себе. Я подрезаю людей. А, это из интернета, как я, по-моему, голос, да, я скажу сабом. Что? Ну да, я тебе не могу, ты должен поднять ручку. Прямо бежим. Я помидор. Бежим. Куда стоять? Алло, стоять. Бежим. Без поддавков, алло. Куда? Да это я понимаю, блин. Ну ладно. Ну так, ты подними руку, если хочешь сказать подписчикам в Дискорде. Я не могу тебе просто так сделать, что ты говорил. Леон Кобра, беги, ты чё встал? Пока что у нас Долро и Зомер вместе бегут. Это интересно. Ну, слушайте, у нас прям забег такой интересный. Я не хочу. В смысле, не хочу? Как это не хочу? Сам подписался. Я... Чё? Лён Кобра, ты чё? Какой заставили? Я никого не заставлял. Ну и призовой фонд. Миллион баксов. Нифига себе. Заставили. Ну, не знаю, походу я нитро врубил, что ли. Вот это, смотрите, вот это бани-хоп. Так, дорогие друзья, мы уже добежали, кстати, до этой, нифига себе. Кстати, мы нормально пробежали, слушайте, люди. Вы чего? Нифига себе. Мы реально много пробежали пока что. Так, заполним мой вулкан. Айрон, знаешь, что хочу сказать? Чё? Я не спойлерю, просто говорю, что у нас готов уже сценарий. Я его лично писал, это не спойлер. То есть там нужно просто собраться и сняться. То есть единственное, что нам нужно. Просто пусть ждут. Сегодня или завтра мы начинаем просто съемку, и все. Это не спойлер. Спойлер — это когда говорят, что будет. Понятно. А единственное, которые здесь ждали ролика, типа когда съемки ролика ждали, там они только услышали. Да и то мы можем просто тупо все переделать. Типа там примерно. Хотя мы с Сантой прям много обсудили, много договорились, много чего сделать. Там вот это вот. Ну там особо, там просто... Я не буду гулять. Мне по шалям помешал. Я был первым, а теперь я второй. Не буду я гулять. Я вообще последний. Да. А, сам...
Окей, спасибо. Я буду поддерживать. Далрой, короче. Пошлям, Лиза. Ладно. Пошлям. Ну, нафиг. Бегите, пока что бегите. Ой, как я понимаю, Далрой. Налево, Далрой на грязевую. Вот номер все знает. А кто выиграл? Кто сейчас выиграл? Кто? Не надо подрезать, сейчас кикать буду. Кто на тачках. Сейчас кикать буду. Я не подрезал. Меня бесит по шлям, я хочу его уничтожить. Я хочу уничтожить по шлям, он бесит меня. А чё все на машины сели, алё? Люди, а кто выигрывает сейчас? А кто сейчас выигрывает? А чё сейчас все на машины сели, алё? Люди, дефифкаются. Препятствие. А кто сейчас будет? А кто первый? По шлям не гуляет, Его машина, у него машина была. По шлям. Из-за него я вообще подлезу. Короче, кто сейчас снимается? Типа, кто сейчас именно бежит? Кто выигрывает? Зомер. По бегам. Зомер. Короче, кто... Когда, если этот игрок выигрывает, все кидайте, когда я приду. 250к. Да, по воде, красавчик. Айрон, а она она двухместная или одноместная? Вот эта машина, которая тебе. А тебе какая разница? Ты уже дисквалифицирован, алё. Дисквалифицирован. Добрый, блин. Я вообще-то сам ушел. Меня из-за пошляма я стал последним. Короче, если какой-нибудь игрок там выигрывает, я не знаю, кто выигрывает. Короче, я не знаю, как там повернутся события. Короче, какой игрок побеждает, если кто-то там побеждает, знает хотя бы уже. Ну или кто последний там останется без машины. Кстати, DC, а тебе вчера перечислили деньги? Не все. Все. Какашки. Вообще, короче, кто сейчас выигрывает, кто сегодня выигрывает, то тогда если кто-то еще сегодня один выигрывает, я уже ни на кого не ставлю. Я просто говорю, если кто-то сегодня выигрывает, все кидайте мне по 250к. Зомер. Почему? DC, хватит разговаривать. Зомер, тебе точно? Точно нужны эти деньги, которые тебе дадут люди? А? Тебе точно эти деньги нужны? Если не нужны, можешь сказать, то, ему что... Ему нужны деньги, а можешь я... написать в чат, ну, хватит этого, Roblox, кстати, что я дал. Тут еще за этим, за камнем, так, поворот, ну, и... Пошалям, иди в попу, пошалям. Ты не гуляешь. Из-за тебя я лоханулся, я из-за тебя проиграл. Почему ты бы это сам бежал бы дальше? Бежать дальше? Я бы уже никого не обогнал. Тут зомби. Я могу прийти? А я просто так побегу. Почему Дед Мороз? Он же, блин, это самое. Нельзя вставать на чужие машины. На мои, точнее. Да, давай. Если кто-то встает на машину, это называется буст. Если бустят люди. Если люди сами встают на буст, или их кто-то бустит. Типа, если даже против их воли, то человек дисквалифицируется. Извини, Мороз, такие правила. А какую бы тачку выглядит? Да, это самое, да, не надо писать в чаты. Потому что это отнимает у вас времени, вы же встаете. Зомер первый. Ну, зомер прям пипец втопил тапочку в пол. Ой, я тоже тогда Феррари. Я тоже Феррари возьму. Нет, пога не возьму. А не знаешь, да, почему я так быстро бегу? Интересно. Может, это из-за типа анимации, возможно? Из-за анимации. Победи просто как нормальный человек. Если бы у меня были роблоксы, я бы эту анимацию сейчас купил. Если бы у меня были роблоксы, я бы купил вот эти вот тачки за 800 роблоксов. Роблоксов? Нет, роблоксов. Вот прямо, если бы у меня было 80 роблоксов, я бы купил походку как у Айн. Потому что это имба же. Я скажу, что имба. Коннект. Коннект за... Я не знаю, сколько он там. Он просто мчит 310 миль в час. Люди... Я бы такую тачку купил. Привет, Айрон. Что делаешь?
Я еду. Бежишь, да. Хопа! Марафончик. Поехали. Это понятно, что человек едет. А почему сам Айрон не участвует? Правильно, потому что он в топ. То есть, если Айрон едет, то он выиграет. Давайте препятствие. Я сделаю вот препятствие вам. Вот это препятствие. Надо именно надо именно на машину прыгать. А, Айрон, кстати, а ты сейчас снимаешь? Нет, блин, а конечно снимаю вообще. О, в очках, интересно. Короче, Айрон, вруби запись, я хочу кое-что сказать просто. Да. Так, дорогие друзья, мы уже отсюда вот так вот пробежали до сюда. Ну, кстати, жесткая битва. И вот на этом камне мы должны будем спрыгнуть вниз. Да, страшно, да, это фигово, но нужно. Кто уже там последний, и мне ту разницу бежать. Если только им не помочь. Так пусть вот. Бегут. Так. Ну пусть бегут. Но я хочу предложить, чтобы кто самый последний, они бы на мою машину встали, и я им бы помог. Например, ненастоящему Пальме и Гамбу, и еще Линкобре. И они там последние, мне. А все, Гамбл, давай. Я помогу Гамблу и Пальме. И все. И еще твоему. Все, нет, стой! Нельзя! Надо чтобы они не были самым первым. Надо, чтобы они были. Вот Гамбл третий. Линкобраз. Сядь в мою тачку, я тебя подвезу. Это можно так сделать. Я соглашусь. Налево зумер, нам, зумер. Люди, налево. Все, о, Зумер, все, Зумер, давай. Зумер такой, домой. Все, беги, Зумер. Я помог Зумеру. Ну, Зумер сам согласился на этот забег. Но это интересно тоже, в принципе, кто быстрее добежит. Ну, в первый раз было интересно, а вот во второй раз скучно бежит. Почему нормально, мне нравится. А мне не очень. Кстати, да. Прикол в том, когда ты приехал в штат на первой серии сериала, ты сказал то, что мы приехали, хотя ты был в месте, где появляются лодки. Ты должен был сказать, что мы приплыли сюда. Вот, они приехали. Случайно произошло. Приехали. Ой, я вижу попку Зумера. Эй, Гамбл, куда? Слез с машины. Смотрите, какая заруба. Смотрите, просто какая заруба. Зумер. Я не знаю, его ник. Шелли. Да ёпта. Пальма. Да блин, почему меня это самое? Хоть меня отвозить от всех. На мосту налево. Да вот здесь вот, где я вот тут налево. Ой, блин, какое лево. Это лево. Сейчас налево, да. А, да, так. Я думал, надо, да, типа парковки ехать. Все, прямик, чисто прямик, потом налево и все. Люди бегут, ура! Если что, ребята, я не участвую в этом. Пальма был первый, теперь последний. А ты дашь человеку, именно ты, Айрон? Ты дашь человеку, да. 250к, если человеку? Okay. Это получается, если Зумер выиграет, это 250, 500... Ну, я тоже дам 500 тысяч, 500, 600, 700, 750 тысяч. Да, 750 тысяч. Зумер пока что лидирует. Лень считать. 1,2 миллиона точно соберется. А, вам осталось мало, но скучно. Так прикольно, я шевелю ручками. Лево-право. Ну, Зумер прям с Лёшей, это вообще, посмотрите, как это... Короче, я на финиш, я буду... Перепрыгивайте через меня. Оп, перепрыгивайте. Давайте. А ты в какой машине? Ты в Мерседесе бил? Да. Почти 30 минут, нифига себе. Да, мне кажется, уже 40 будет. Ну, 35 будет. Так, ну, пока лидирую. Чисто, первое, это игра в
долю. И кто первый прибегает, чисто такое. И вы выигрываете автомобиль эксклюзивного класса. Куда, Лёша, стоять? Стоять, бояться, стоп, куда? Стоять, бояться, ёп. Лёша, подожди, я сейчас ты это самое, ты воспользовался моей услугой. Стоять. Лёша, ты не участвуешь. Нет, Лёша не участвует. Лёша не участвует. Лёша, ты это самое, это так нечестно. Всё, Зомер первый. Зомер первый. Зомер, я сейчас тебе кидаю 200 психа. Зомер, я тебе кидаю. Ну если хочешь. Кидаю уже. 50. Раз, два, три. Да, раз, два, три. Раз, два. Три, четыре. Пять, шесть, а нет, пять. Все, Зомер, поздравляю тебя, я виртуально тебе ручку жму, что ты пробежал. Зомера уже, а нет, кто-то не скинул, должно быть больше миллиона, а у него 131 миллион. Или там несколько тысяч, я не знаю. Я ему дал уже 350 тысяч. Ладно, дорогие друзья, вот такой случился забег в игре Кардишек Тайкон. Если вам, конечно, нравится эта рубрика, то мы ее, я думаю, возможно, продолжать будем. Если, конечно, много лайков соберете, то, возможно, да. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, с вами был Айрон. Всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч. Подписывайтесь! Да, это правильно.